Ладно, Ромка уже тоже едет. Тихо, тихо. Блядь, Марик! Как будем дальше жизнь пробитыми насквозь сердцами, чужими станем мы друг другу, будто иностранцы. Забудем поцелуи, все любовные признания. И вдруг я главное, теряю воздух, и календарь сменяет лето, и приходит осень. И вот... Твою мать! Что всегда есть цель. Уже не томите, батя. Речь идет об сильном тексте, разоблачительном, который написал Олег Лурия.